Всем привет, а так мне пришел коврик под стол, чтобы не царапать пол. Я заказал себе коврик. Стоимость его стоила примерно 500 рублей, чуть больше. Вот такой вот коврик. Смотрим. Так, только эта застежка. И вот. Оп. Оп. И оп. В принципе, очень мягкий, но я думал, он пластиковый, или это он оказался обычный, очень красивый. Честно говоря, я ошибся с размерами, надо было брать больше.